Ну что ж, друзья, всем привет, с вами я, Дэн, вы смотрите канал My Retro Days. Сегодня, как всегда, качество фронталочки, классика геймхантинга, все очень легко и просто. Сегодня на карту поступили деньги, и это значит, что появилась возможность покупать игры. Я уже 35 минут сижу и не купил ни одной, это надо срочно исправлять. В этом мне помогло, конечно же, Авито. Недолго загуглив ближайшие окрестности, в 100-200 метров, я нашел идеальное предложение с идеальным описанием. Борщ. Я люблю борщ. Мне нравятся видеоигры. 100 метров пешком. Туда мы и отправляемся, друзья. Это геймхантинг, и это только начало большого выпуска. Поехали! Вообще, конечно, Taxi Fire Wars очень такая игра знаковая для меня. Я много играл в нее, в дорогах, на Game Boy Advance. Блин, она классная. На Dreamcast она шла 60 FPS, все просто летало. Там еще и Offspring саундтрек. Я точно знаю, что многие друзья, мои коллеги, которые тоже коллекционируют видеоигры, не очень жалуют PSP формат, но если есть какая-то компиляция, как Metal Slug или, например, вот те же Такси, они это оценивают. Ценю это и я, поэтому грех такую игру упускать. А остальное, как-то просто по краскам. Посмотрел, синенькое, желтенькое, зелененькое. Нужны, короче. Решил взять все, наверное. Довольно славный сегодня вечер. Все вот прям вот так, знаете, так скажем, в закате солнца. Ну и мы сегодня реализуем просто секундную мечту моей полки. Возьмем Fire Wars Taxi. Прям за 10 минут, не доходя далеко, придем и заберем. Да, Fire Wars взять проще, чем вот такой вот Porsche. Да и вообще, на самом деле, как говорится, зачем журавль в небе, когда есть синица в рукаве? В рукаве? Не уверен, что в рукаве, но я думаю, вы меня поняли. Здорово, Дэн. Ну чего там у тебя? Крутая игра. Проходил? Да. Она, короче, просто супер быстрая. 4, 6, 7, 8. У тебя все игры за 900? А есть 100 рублей? Блин, разменять надо. Сейчас что-нибудь придумаю. Сейчас придумаю что-нибудь. Блин, жалко, сотки-то нету. А где можно разменять? Ларьки. Есть какую-то фигню купить, жвачку. Как вариант. Держи, пойду до киоска. Сейчас вернусь. Угу. Спасибо большое. Всего доброго. На тебе 900, давай мне пакет. И на тебе еще жвачку. Спасибо. Тебе спасибо, дружище. Давай. Спасибо. Хорошего вечера. Давай, удачи. Сейчас, в общем, зашли, вот нашел тихое местечко во дворе, сразу же запилим Total Score, почему бы и нет. Лофт вообще небольшой, есть о чем рассказать, а отдельный выпуск пилить будет дольше. Еще тем более только начало. Первую 1000 я сжег. А, дни зарплаты всегда такие, ребят. Продолжаем, и прямо сейчас расскажу подробно о всех играх, которые только что взял у школьников. Ну что ж, вот такой вот пакет, что сказать, общий прайс был игры по 200 рублей, все вместе, короче, за 900. Я, честно говоря, даже не знаю, какие из этих игр у меня, может быть, есть даже дубли, ну, наверное, где-то не было мануала, и плюс что-то было essential. Я пришел, встретился с парнем, там был школьник с братом,
И я ему говорю, вот тебе косарь, дружок, я возьму у тебя все, есть сотка. Он говорит, нет сотки, ну что же делать? Я должен был косарь отдать. Разменял жвачку, жвачку подарил ему же, пусть живет на здоровье. Значит, что за игры в этом пакете я взял? Сегодня решил пройтись по PSP. И первое, собственно говоря, ради чего меня и сподвигло все это дело, это такси. Причем не просто такси, а такси Fire Wars. Сборник, включающий в себя две части такси. Разработчик и издатель Sega. Эту компанию я очень уважаю. В принципе, игра очень всегда мне нравилась. Я играл на Game Boy Advance в нее. Ну и... полный комплект. Не знаю, сколько такая игра стоит на всяких там eBay. Состояние хорошее. Я считаю, достойно. Одна эта игра, наверное, уже на eBay стоит там около 1000. Но это, конечно же, не все. Это одна из самых таких топовых игр. То, что меня, в общем-то, и ну, заставило именно вот взять, поднять свою жопу и дойти 5 минут до места встречи. Ну, считаю, что годная штука. Не знаю, у кого такая есть коллекция. Ребята, обязательно пишите. Мне она вообще душу греет. Хороший сборник. Такая компиляция, две в одном. В игру много играл и на Dreamcast, и на... Game Boy Advance играл, ну, всегда она меня радовала. Быстрая, там 60 FPS, все дела. Вторая игра, которая мне очень понравилась, ну, именно, наверное, для полки больше, хотя я ее, в общем-то, проходил. Это вот. Это Need for Speed Shift. Need for Speed Shift, чем он хорош? Красивым вот таким оформлением. Голубой такой кавер. У меня есть на PS3 такая игра. Я думаю, рядом будут смотреться две замечательные. Я не помню, есть ли у меня такое издание на PSP. По-моему, у меня есть либо Essentials, либо Platinum. Я не знаю. Мне хочется, чтобы было такое издание. Прям как по мне, это будет красиво. Посмотрел внутрь, полный комплект, какие могут быть сомнения. 200 рублей. Не те деньги, за которые стоит переживать, а на полке смотрится на 1000. Взял. Итого уже у нас две игры. Дальше попадается мне вот такая игра. Liberty City Stories. Открываю, ни мануала, ни постера, ни карты, ничего нет. Да еще и подзаляпано тут немножко, непонятно чем. Сзади вся порезанная. Ну, блин, думаю, не, чувак, это тебе, держи. Это я не буду брать. Хотя у меня такая уже есть, просто дубль. Дальше попадается Rivals. Rivals у меня появился. Я как-то взял такую себе, когда гонял в Купчино. Там была целая пачка игр. Выпуск есть, смотрите. Вот, открываю. Полный комплект. Мануал на месте. Честно скажу так, играю по-крупному в эту штуку уже во всю коллекционную, а беру трешак. Стоит ли переживать за трешак, когда играешь по-крупному? Нет. Есть на полке? Есть. Essential? Вряд ли. Скорее всего, такая же. Есть ли Manual? Не помню. И что мне теперь? Всю пачку надо перебирать своих игр? Все вот эту вот большущую стопку, искать эту игру и проверять, есть ли Manual? Да у меня даже время столько нет, чтобы смотреть, есть ли Manual или нет. Просто взял еще одну. Здесь есть Manual, здесь есть и кейс. Все на месте есть. 200 рублей. Итого, три игры вот эти я уже взял. Такси, Shift и Underground Rivals. Все, гоночки. Достаю у него игру. Лови волну. Думаю, ну на кой хер она мне нужна? Тем более, она точно у меня есть на Essential. Но в первом-то издании нету. 200 рублей. Смотрю, парень стоит, но явно ему не хватает, короче, на что-то. Может, он Fortnite какой-нибудь себе хочет купить, например. Хотя он вроде бесплатный. Но тогда, может быть, PlayerUnknown's Battleground он хочет себе купить. Я не знаю, не стал спрашивать у него, что у него там за консоль, во что он играет.
написано было «Утопил PSP в борще». Ну, это же горе. Горе вообще для всей семьи, для брата в том числе. Поэтому думаю, ладно, закину ему еще 200 рублей на донат, возьму «Лови волну» в первое издание. Ну, петушок тут такой укуренный, да, вот этот вот пингвин, какой-то специальный, не помню какой, калифорнийский или серфер. Игра трешак детская, но в нее поиграть можно, там как бы гоночки. Итого получается, вот эти 4 диска я решил у него взять. И считаем. 200, 400, 600, 800. А он все продает за 900. То есть получается, что вот эта вот игра обошлась мне за сотку бы. Я говорю, ну давай всю пачку. Даю косарь, сдачи нету. Купил, пошел, разменял в киоске жвачку, все. Грубо говоря, 900 рублей и 35 за жвачку. Все, остальные деньги я разменял специально, чтобы был проезд, потому что сейчас план грандиозный. Ой, хочется рвануть еще, продолжить охоту. Я так думаю, что либо на Комендантский проспект поеду, либо поеду, возможно, на Лиговский в магазин Game Buy. Куда занесет меня сегодня легкое, я пока не знаю, но однозначно ребята куда-то занесет. Эти все, получается, 5 игр занесу домой, ну и все. Экшон. Тут весело. На детской площадке делать обзоры самое то. Продолжаем охоту, друзья. И вот я уже сел в автобус и размышлял, утонула в борще. В Светкином борще она бы не утонула. Густой, а что не тонет, то что летает. Вархок на PS3 отличная игра. За 300 рублей на Комендане. Да и Shift меня, честно говоря, очень радовал. Знаете, сейчас все едут со смартфонами и постоянно переписываются. Хочешь быть умнее, почитай книгу. Я лично придерживаюсь старой школы. Тут очень много всего полезного. И управление, и разработчики. Обосраться просто, сколько много полезной информации. Можно прокачать свой мозг и выйти в окно. А за окном у нас, кстати, проезжают шикарные лакшери-тачки. Но современный мир, он такой. Сейчас везде развязки, как в GTA. Порой даже удивляешься, что вообще находишься где-то в территории Российской Федерации. Порой даже японщиной попахивает. Но так или иначе, дорога она была моментальная. Потому что доехать до Комендантского проспекта тут примерно минут 10-15. Особо не зачитаешься, к сожалению, но мануала вполне хватит. Вот этот вот синенький домик, голубой с белым, он и есть та самая точка назначения. Гакелевская 30. Там женщина Вера продает вархок. Все вовремя, я даже успеваю, поэтому придется возвращаться назад. Все четко. Ну что ж, друзья, вроде как все четко. Я на Комендантском, вот. По-прежнему здесь стоит вот эта атмосфера. Ничего не взорвали. Высотки. Все на месте. Но уехал чуть дальше, чем мне нужно, потому что нужен мне будет вот тот голубой дом. Я уже прогуглил на картах, пока ехал. Телефон, как всегда, на самом деле садится очень быстро. У меня было 4% заряда. Благо я вожу с собой Powerbank. И пока ехал, подзарядил, там стало 15%. То есть, что в любом случае мне нужно будет звонить женщине по имени Вера. Я в нее верю. Она достаточно позитивная. Вот. Игра у нее замечательная. Это Warhawk. Эксклюзив. По-моему, игра только для мультиплеера. Ну, играть-то я в нее, конечно, не буду. Мне она нужна для полки. Это PlayStation 3 эксклюзив. И, кстати, вроде кто-то говорил, что Warhawk даже еще в сети можно поиграть. Такой миф был недавно. Не знаю. Конечно, есть еще возможность взять игр. PSP-пакет, это как бы так только раззадорил меня. Буду сейчас звонить ей и пойду в андерграунд туда, вот во дворы. Не, на самом деле милый дом. Он такой прям, он синенький такой, ну голубенький, позитивный.
Я как-то здесь неподалеку брал Need for Speed Carbon. Тоже, кстати, у женщины. Она, кстати, продавала, прямо у нее целый стеллаж был. И Xbox 360 игр, и PS3 игр. Позитивные остались моменты, она мне тогда скидон сделала. Думаю, соседние дома тоже хорошие, поэтому чего. Может, даже это не... Нет, это не этот дом, нужно будет туда подальше углубиться. Ну, он примерно такой же. Нет, ребят, все правильно, это именно этот дом. Вот этот вот, голубенький, это и есть Гакелевская улица, дом 30. И где-то здесь есть Вера с Вархоком для PS3, в которую я верю. Как она сказала, нужно нырнуть во двор, третья парадная, позвонить, и она вынесет Вархок. Этим мы сейчас и займемся. На самом деле очень милый дом. Это как раз вот она, Гагинская 30. Где-то здесь, в третьей парадной, должен быть Вархок. Никогда бы не подумал, что здесь его найду. Как и остальные игры, которые появляются из разных непонятных мест. В этом и прелесть, наверное, всей охоты за видеоиграми, что Вархок и Need for Speed Carbon, они как бы по соседству. Черт побери, только в моих видео вы, наверное, можете услышать такое. Ну что ж, друзья, этот двор вообще очень мил. Во-первых, здесь небывалой красоты и цветы. На самом деле, не каждый раз, то видишь вот целый такой вот длинный куст. И, честно говоря, не знаю, это целая поляна сзади, усеянная разными цветами, словно поля из какого-то аниме-сериала. Но не знаю, настолько он мил, потому что два вызова и Вера в Веру потихоньку кончается. Возможно... Поменяем локацию на гетто, потому что придется идти в андерграунд. Вера в Веру не пропала. Она отзвонилась, она на Крестовском острове. И будет через час. То есть в ближайший час. Блять, мне нужно занять себя чем-то. Буду подключать смартфон к пауэрбанку и гуглить еще игры. Еще игры. Мне придется это делать в ближайший час, хантить другие игры в окрестностях. Я не знаю, как это правильно сделать, но к деду я точно не пойду, хотя дед здесь неподалеку торгует. Что-то мне не хочется сливать ему бабки, то есть как бы дед вообще вне обсуждений. А вот найти какую-нибудь Катерину или Надежду, которая продает игры по 250, это за милую душу. Поэтому этим сейчас и буду заниматься. Прямо здесь, под окнами Веры. Наверное, Брежневой. Я не святая, и грехи свои точно знаю. Давайте поищем среди PS3 еще игры под категорией игры PS3 и поставим Комендантский проспект, 53 объявления, ну хотя бы что-то. Наверное, мне улыбнется. Трилогия Томб Райдера. Даже не помню, есть она у меня или нет. Возможно, и нету. Честно говоря, фигово, когда не помнишь свои игры. Ага, трилогия 800. Нет, за 800 не надо, спасибо. Вот это вранье, скорее всего. Ну, давайте заглянем, посмотрим. Что тут можно взять? Tales of Graces у меня точно нету. Civilization Revolution. 700 рублей. Ценники-то такие себе. Time Crisis за 500 нет. Tales of Grace за 1000 это перебор. Я не готов сегодня к таким тратам. Мне нужны игры за 300. Вот смотрите, Monkey Island 850. Не то пальто. О, 1500. Ну почему так дорого? Интересно, что у него там вообще написано в объявлении. Александр, продам игру. Редкая игра. Блять, по каким критериям она редкая? Точно не стоит 1500. Видосов насмотрелись. Трансформеры. Ну, это интересно. Давай посмотрим трансформеры. Так, ну тут даже несколько фотографий. Это круто. Вот диск, все в порядке. Все, возможен торг. Серина. Ну, похоже на правду. Позвоним Екатерине. Данный вид связи недоступен для абонента.
Блять, данный вид связи недоступен для абонента. Как вообще до тебя дозвониться, а? Женщина. И один из нас, и все, и Наруто. Жалко. Екатерина недоступна. И это все ее объявление, обалдеть. Не, а что, на самом деле достаточно удобно. Считай, просто перейти дорогу. Я посмотрел, ну, игры вроде такие у меня даже отсутствуют. Валли у меня только на PSP есть. Можно сначала посмотреть на продавца. Юлия. Хо-хо. Ничего себе. С такой сумочкой точно нужно встретиться. По крайней мере, на мирок даже стрелять не придется. И что же она продает? Меховую жилетку, новое кольцо, джинсовая натуральная кожа. Смотрите, какие вещи можно купить за 500 рублей. Ядрен корень. Подарок судьбы. Надеюсь, что она на месте. Ну что ж, позвоним. Юля должна просто быть снисходительной, помочь мне скоротать этот битый час. Не берет. Ну что, что-то делать? Не, ну, ребят, если честно, я звонил всем этим мадемуазелям, пытался прям вот прийти в их доверие, в их дом войти, взять не только их игры, но, возможно, даже и все остальное, включая мануалы. И теперь даже просить не надо. Время надо как-то коротать, пока Вера, Надежда и Любовь собираются доехать до сюда с прогулки на Крестовском острове. Идем к деду в ларь, где он продает перепаки. Любимый Тёмин магазин, это геймхантинг. Как обещал, хороший долгий выпуск. Отправляемся. Ну что, ребят, вот мы добрались до деда. Вот его ларек там прямо рядом с цветами. Попробую грамотно вам показать этого персонажа. Тёма, тебе отдельный привет. Эта идея пошла от тебя. Как думаешь, что дед, как бы персонаж, должен как-то запечатлиться? Страна должна знать своих героев. Страна должна знать своих героев. Не знаю, как получится его заснять, но мы это попробуем сделать. Идем к нему. Ну что же, в ларе у деда мы сразу же видим ценники 1000 и 1100. Это прямой показатель того, что меня всегда отпугивает Савита и, на минуточку, Вархог. Вот на нем-то мы и проверим, ребята. Все диски лежат типа запечатанные, новые, в пленке. Но, наверное, только 10% из них реальные силды. Все остальное просто перепаки, сделанные в подвале с наклеенным ценником в 1000 и выше. Поверьте, 1000 это не предел. Здрасте. А у вас там игра на PlayStation есть, называется Warhawk, на третью. Да, есть. Сколько она стоит? Самолетная, по-моему. Да, 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 да. Редко? Да, 90, по-моему. Но она для мультиплеера, да, по-моему, да, только? Да, тут написано мультиплеер. Да-да-да. А вы не знаете, сейчас еще сервера вот эти работают? Так, я думаю, работают. Потому что многие через этот онлайн играют. Еще многие играют на PlayStation 3. Понятно. Ну, я смотрю, в хорошем состоянии такая, да, вроде? Мы со студией получаем, как бы. Они гарантируют это способностью. Угу. А если что там, ну, мало ли, гарантия есть какая-то? Да, конечно, мы несем полностью гарантийные, все обязательно гарантийные. Дим, заходи в гости, что ты там все время? Ладно, спасибо. Загляну чуть попозже. У вас только наличка? Дим, подожди минутку. Еще бонус, да-да-да, наличкой. Лучше наличкой. Сейчас ругается. Угу. Все ждем вас. А что бонус?
И потом можно будет менять, если пройдете на равноценную с доплатой 100 тысяч рублей. Это как вам, но мне даже стоять там рядом не хочется. Редкая игрушка. БУ, перепак, в неизвестном состоянии, привезенная со студии. Сервера которой, может быть, и не отключены, а может и отключены за 990. А бонус это то, что можно, блядь, ее потом менять, когда я пройду. Сука, я даже поиграть в нее не смогу, блядь. Я не знаю, меня это прям очень завело. Я реально не хочу там даже коротать свое время, смотреть на все эти игры. Это просто супер печально. Это пример, который, ну не знаю, если он не прогорит как бизнес, да, то он просто прогорит, блядь, однажды. Тёма, я сюда больше никогда не пойду. Даже просто поменять игры или посмотреть на них. 990 за Warhawk, который вот через дорогу за 350 продается. Я уверен, что я за 300 его возьму. Это просто дичь. Короче, ребят, если у вас возникли какие-то идеи, как можно наказать деда, обязательно пишите об этом в комментариях. И так как я вам обещал хороший, насыщенный выпуск в трэш-формате с фронталочки, мы продолжаем ждать Веру. Уже прошло, наверное, минут 35, может быть, чуть больше. И я возвращаюсь назад к Голубому дому, потому что в компании с дедом, не знаю, это ужасно. Это самая мерзкая точка, которую я помню. Это даже хуже скупщика, который клеит свои стикеры поверх каверов не на пленку, а на сами бумажки. Это просто пиздец. 990 за Warhawk. И он такой, редкая игрушка. Только один раз была. Не знаю, ребята, это просто пиздец. Угу. Спасибо. Все, игра со второй. Конечно, блин, игра классная, я уже давно ее искал. Ну, у меня девочка, правда, у меня вот другие игры у нас. Ну да, 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 куклы Барби и все такое. Да. Спасибо большое. Все, ну что же, ребята, я думаю, вы все поняли. Вот этот Warhawk. Полный комплект. Идеальное состояние. 300 рублей. Все, как полагается. Игра замечательная. С бэкграундом даже вот с таким. Не знаю, что надо вам еще показать, чтобы вы прекратили кормить барыг. Им нужно платить аренду. Им нужно кормить своих детей. Им нужно утолить свою жажду денег. Им нужно утолить жажду обмана людей. Новые запечатанные в пленке приезжают со студии. Что это за пленка? Что это за студия? Это просто подвальное производство. Извини, Витя Карасев, но только твой подвальчик может быть уютным. У меня общий бюджет получился следующим. Вот такая вот пачечка игрух. 5 игр на PSP, 1 на PS3. В итоге только позитивные эмоции, минимальные цены. Ребята, будьте бдительнее, не берите всякую дичь за баснословные деньги. Не кормите вы барыг. С вами был я, Дэн, канал My Retro Days. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Он был немного нестандартный и отличается от остальных, потому что я решил немножечко проникнуться вот в эти вот дебри геймхантинга, чтобы более показать вам, как вообще, в принципе, происходят все эти сделки, которые я как бы совершаю. Ну и не забывайте, обязательно смотрите видео, которые выходили ранее, потому что наверняка там вы тоже можете черпнуть для себя что-то интересное. Пока-пока. Я не святая, и грехи свои.